Здравствуйте. Приветствую вас на канале «Горячая новость». Шок. Результаты экспертизы Влада Бахова. Последние новости. Бахов Влад. Бахов сегодня. Друзья, экспертиза по делу Влада Бахова готова. Ранее я не высказывал своего мнения о том, каков будет результат, но сообщу сейчас, что предположения мои сбылись. Родители пропавшего на пикнике Влада Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия. Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, то, что удалось найти в лесу, принадлежит моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу одно. Мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло со Владом. Написала она в соцсети ВКонтакте. Друзья, в этом деле уже ни для кого не удивление, что вопросов больше, чем ответов. И с каждым днем их становится все больше. Но на данный момент, на мой взгляд, самый главный вопрос к властям. Почему не они нам сообщают это, а мама? На мой взгляд, сейчас это самое главное. Власти сейчас приняли такую позицию, что мы типа что-то там ищем и что-то там делаем. Пока говорить нельзя. Вроде как в интересах чего-то или кого-то там. Информацию не разглашаем. Стоп. Возможно, частично это так. Но результаты экспертизы – это не тайна. И мама их нам сообщила. Почему она, а не вы? Ведь именно вы допустили то, что в этом деле столько вопросов. Что люди уже ничему и никому не верят. Трампу пишут. Это явно нас не красит. Это вы должны были выйти и сообщить, что так вот да так. Рассказать, пусть не детально, но хотя бы в общем, как дело продвигается. И есть ли какая-то надежда услышать реальные фамилии людей, которые к этому приложили руку. Это мы вам платим зарплату, и мы должны знать, достойны вы этих денег или нет. Но, конечно, этого не будет. Все вышесказанное мной – это лирика. В этой стране такое не работает. На создание материала уходит долгое время, а вам, чтобы поставить лайк – секунда. Если вы хотите быть в курсе всех важных событий в социальной и политических сферах, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. А также оставляйте свои комментарии по теме. Нам интересно любое мнение.